Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Poco M5S. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек камеры. Итак, для этого мы открываем камеру. Далее нажимаем на три полосочки в правом верхнем углу. И выбираем настройки. Далее проходим в самый низ и выбираем сброс настроек. Нажимаем ОК. И таким образом сбрасываем все настройки. На этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.